Так, ладно, ребят. Что-то можно, в принципе, начинать. Время уже половина. Так. Немножко пульсометр поломался. Капельку. Блин, пипец, на ноутбуке жесткий диск, у него всегда загрузка 100%. То есть, процесс там, память там больше там 80 где-то, потому что у него 8 гигабайт всего там, процесс там 15, тоже процесс старый диск. Он просто, вот он не тянет самого себя. Надо что-то с этим срочно делать. И правда, я не знаю, я просто боюсь, я поставлю новый жесткий диск, а мне скажут, напишут хуй. Потому что BIOS будет, блядь, под каким-нибудь паролем, и придется какую-нибудь срань мутить, внести его в ремонт, говорите, ребят, спросите, ребят, разблокируйте мне BIOS. А мне скажут, хуй, только если мы тебе винду будем сразу ставить, там, плюс 1000, 2, 5, 15. Так, ладно, хорошо, я сейчас, соответственно, сделаю упражнение и пойдем. Что, блин, сегодня днем мне кто-то написал, что пойдет, оказывается, нет. Сейчас не хочу уже, я не хочу уже в рейтинг идти в соло, просто желания нету. Так, сразу, соответственно, сделаю. Вот так вот. А, игру надо запустить хотя бы. Пусть хотя бы фоном играет. Пусть все думают, что я пытаюсь сжечь микрофон с помощью свечки. Хотя он просто рядом стоит. Все, еще ширше не получится. Так. Какие там упражнения у меня? Сегодня, думаю, еще просто тренировочный день еще один сделать. Потому что вот есть многие персонажи, за которых я просто, ну, не играл. Ни разу. Есть персонажи, которые мне действительно нельзя брать, вот вообще ни при каких обстоятельствах. Это Мэй. Ну, то есть просто не то, что там, там в рейтинг с ней или просто нельзя. Потому что то, как я буду ставить стены, меня... Я просто боюсь, что у меня найдется цыган, который меня до 15-го колена проклянет за мои стенки. В моей команде, естественно. Поэтому я рисковать вот просто не хочу. Итак, что у нас здесь? Поехали.
Чё-то вчера нормально было, а сегодня прям стрёмно что-то делать. И у меня прям мышцы вот болят, прям вот чувствуется, что какое-то напряжение идет. Причем именно мышцы рук. Причем начинаю... Ладно, все равно, так как никого нету, можно начинать сразу с 4 упражнений. Говно, чтоб ты никуда не укатывалась, сейчас я тебя поставлю на упоры. Блин, пипец, что бы было, если бы я металлические купил эти блины, все, это был бы пипец. Минус весь пол. Так. Раз. Сегодня 11 раз делаем все. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Здорово, Фрай. Да, я тут балуюсь гантельками. Так, следующее. Плечи в стороны. Они... Черт, короче, у меня гантели в каком-то масле, надо их мыть идти. Прям натурально, они не в жире, а прям в масле в каком-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз. Блин, все по 5 килограмм причем. 2 3 4 5 11 Блин, что-то прям вот пальцы, что-то прям 6 7 8 9 10 11 Что-то прям тонуса в мышцах нет. Пойду реально салфеток сейчас возьму. Протру, потому что это пипец.
А, да, звука нет. Звука не было. Плевать. Я себе воды не взял, секунду. Но это очень тяжело, прям пипец. Так вот, надо будет 30 раз приседать. Какой? А, пульс 104. Так, понятно, пульсометр опять сломался. Сейчас, секунду. А вот так он заработает. Что значит только начал? Я просто никогда 20 килограмм в руки не брал, только 8. Так, ну, опять же, пока если никто не придет, то... Сейчас посмотрю, появились ли люди. Не, короче, сегодня тоже... Поэтому сегодня тоже быструю игру. И... Ты работать-то будешь, паскуда? Ладно, но если он пишет, что у меня пульс 116, то пусть будет 116. А, ну да. Сейчас он 20 лет будет искать, поэтому идем сюда. Я ж ешку зажала. Не, как Dungeon Master, конечно, качаться это... Там где-то сверху все висели. О, мой любимец приехал. Не знаю, на что он надеялся.
Да-да-да-да-да, вдвоем молодцы, да. Нормально. Не достаю. Обидно. Да, как бы, где там, блядь? Ладно, похуй. Сколько времени прошло, я даже не заметил. Так, я тогда, знаете, стату тогда снова отключу. Так, Джангертаун, господи. Что-нибудь такое адекватное надо взять. Ладно. Ему вообще руки не больно так отдачу держать? 2, 1. Неплохо, так я обосрался. Сколько я тебя вообще снимал-то? Ну, так-то снимаю неплохо. Смерть меня не остановит. Меняю позицию. Сейчас бегут, бегут, голубки. Да, поднимите эту дуру. Кто-нибудь толкать... А, все, я понял. Еще, блядь, и жнец должен и толкать, блядь, и все-все-все делать. 3, 2, 1, поехали.
Блять, вы что, издеваетесь, что ли? Не, я, конечно, понимаю, что я... А, у меня еще и серебро по урону. Ладно, ребят, работайте, я вас верю. Не иди, блядь, за мной! Чел, ты меня палишь! Ну ладно, ну бля, ну бывает. Я как бы знал, что это произойдет, поэтому надо было шифтить сразу. Без выебонов. Давай, давай, давай. Тут очень опасно, к сожалению. Этот чел вообще щит не ставит, принципиально у него позиция. Так, ну у меня серебро по урону, окей. То есть кто-то еще там работает у нас. Так, ну у меня, блядь, проблема. Здесь как-то надо обойти этих чертях. Так, мне нужен хил. У меня ульта готова. Надо, блядь, убивать этих чертей. Блять, я не знаю, что мне делать еще, сорян. Ну, я не могу толкать, мне у меня другая немножко работа. А, блядь, сука, прям под ульт вышел. Я закончу начатое. Ну ладно, давайте я атаковать буду. Намного лучше.
Похильте меня кто-нибудь. Аллахом прошу. Ребята, 8100 урона. Еще, ну, я, конечно, понимаю, что это мало. Нужно 1015 выдавать. Ну, сорян, чего нет, такого, того нет. Я не могу один это выигрывать! Это не выигрывается в соло! Извините, конечно. Я убил всех ДД! Я... Блять, там один танк стоял. 3, 2, 1. Нет, я пешком должен туда идти, блять. Блять, ну ребят, ну сорян, но это не выигрывается в соло, блять, но не могу я, когда все дохлые лежат. В любом случае. Ну, естественно, вот это вот, блять, вот в конце вот это вот. Просто отдались. А, они в ульте постояли, ну это значит, блять, а чему у нас таких комбо нету никогда? Я что-то обратил внимание, что когда вот я играю, никогда подобных комбо, блядь, не происходит. Но мне понравилось. Нет, серьезно, мне прям очень нравится. Но я никогда не, как я там говорил, никогда не научишься играть. Никогда не учишься играть в эту игру. Блять, как будто бы тактич... Как будто бы... То есть, из этого персонажа, это не, это, блядь, не какое-то дерьмо. Вот за кого реально можно не научиться играть, это, наверное, Бастион, имхо. Тут просто, понимаешь, тут нужно... Ты соло-игрок, тебе нужно заходить в спину шестерым, блядь, и уметь оттуда, сука, еще и уйти. Нормально, чтобы не сдохнуть по дороге. При этом ты должен идеально знать карту, где хилки лежат, где как что лучше прыгнуть для ульты. Да, играть я, блядь, вообще нихуя не научусь. Да, да. При этом ты должен вот так вот чуть ли не к нос к носу подходить, чтобы нормальный урон наносить. Ты даже не средний дистанционник. Ты убер-милишник. Ты, конечно, не, у тебя, конечно, не молоток или там меч, но тем не менее. Плюс есть какой-нибудь хуензи, ты хуй попадешь в него, потому что нужно будет вращать мышку, как ебанутый. А.
Поехали дальше. Так, теперь у нас три упражнения. Самые, кстати, долгие упражнения. Именно с точки зрения того, что, ну, их делать именно долго, потому что нужно подготовить диван. Что проще. Точнее, даже не диван, а... Блять, мне бы что-то мягкое под жопу. Даже не знаю, что. Что-то, знаете, что не жалко испачкать. И на что можно сесть. Потому что я это буду класть на пол. А я, к сожалению, крайне чистоплоден, поэтому я, например, не сяду просто в шортах на пол. Блять, две салфетки, короче, себе постелю и все. Под одно полужопе и под второе полужопе. Там дальше уже упражнения такие попроще пойдут. Тут просто сейчас именно упражнения, которые долго делать, которые душные. Так. Теперь надо обмотать гриф мягкой хренью. Теперь это надо как-то на себя надеть. Ну как? Ну вот так нормально. И главное, чтобы меня не перекосило. Но я все равно лучше поддерживать буду. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ой! Салфетки можно выкидывать. Тоже пока сюда положу. Так. Что там следующее? О! Для следующего упражнения мне придется надевать блинчики. Так.
Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Третье упражнение. Руки помою, а не в масле. Ко мне нельзя. Ту-т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 у. Блять, опять игра, эта игра свернулась. Опа! Нет, не похуй. Я специально повесил вот сюда вот Overwatch, чтобы, вот, вот, так, чтобы категорию не менять. Мне лень. И... Ой, извините. Блин, пипец, конечно, физические упражнения. Я не знаю, вот как я должен в зал ходить. Раз. По предположениям одного человека. Что это? А, понятно. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, я снова с вами сейчас. Извиняюсь за определенные звуки, но
сами понимаете. Это, конечно, не... не обосраться на тренировке, но тем не менее. Слышал, такие случаи были. Истинный враг человечества. Дополняю систему защиты. Смерть. Так, ладно. Это было глупо. Летить ты конченый. Без шансов. А, мне еще и не все труэли. А, нет, все труэли. Устанавливаю систему защиты. Окей. У меня еще много дел. Воплощение света. Уже не идет, уже боится. Кек. Понятно. Блин, давайте за нее попробуем в обороне поиграть. Только если речь идет про оборону точки какой-нибудь. Телепорт включен и готов к использованию. Защита размещена. А, у меня 225 хп, неплохо. Окей. Ну иди сюда, засранец. Я буду следовать своему пути. А, убил его. Минками. Ой, блядь, минками.
У меня еще много дел. Надо Лапуджа брать. Окей. Вы прибываете в Мумбай. Приготовьтесь атаковать. Выберите героя. Не, атака, это надо что-то посерьезнее. Мне вот интересно, вот вообще так по-хорошему, вот если не учитывать то, что кто-то там поссать уходит, посрать, зачем 45 минут, 45 секунд подготовки к атаке? Тут 20 секунд за глаза хватает. Я попиздеть успел, то есть, понять, еще до этого идет подготовка к... То есть выбор персонажей, там 20 секунд подготовки к бою. После этого... А, блядь, там защита ведь еще... Да, все, не-не-не, я долбоеб, там защита подходит. Блин, может тогда просто первый рез по точке делать, я не знаю, в чем проблема. А потом уже, типа, второй рез, и все остальные там уже далеко. Типа, чтобы новички не потерялись или что? Вы меня, конечно, извините, что у вас там, блядь, происходит? У наших детей. Ты до конца до мной идти будешь, да? Я не понимаю, а почему второй раз не стал бить? Блять, про что он там написал, я не понял нихуя. Битва еще не закончена. Кажется, мы творим хуйню. Герои, восстаньте. Ой, идите уже. Жду танков. Ладно, идем, давайте с копом. Блять, у меня даже медали по урону нет. Я проиграл эту игру. Сорян. Ладно, давайте идти аккуратно. Давайте зайдем сюда. Блять, я чуть ульту не прожал. В связи с текущим советом мы три верховных идола Саба, Ансаба и Випы решили дать указ о добавлении смайла Арофл. Это должен быть выполнен. Не знаю, что это за смайл. Ты мне лучше объясни, кто такие эти.
Кто такие випы на Твиче? Герои, восстаньте! Огонь! Меняю позицию. Блять, пизду. Не-не-не-не-не-не-не! Ребят, извините, мне надо туда прыгать. Мне надо туда прыгать. Блять, я не могу в соло убить. Блять, у меня ульта, сука, готова, а я ничего не могу сделать. I'm so sorry. У меня, блять, бронз по урону на рипере. Блять, я не удивлюсь, что если золото и серебро, блять, по урону у наших танков, потому что я нихуя... Ладно, ладно, забейте. Ну что, просто кажется, мы со вторым ДДшником, блять, соревновались за бронзовую медаль. Ну, просто, блять, за похуй со спины настреливает. Это куда-то уехал! Это тоже до свидания. Мне нравится то, что из быстрой игры никто не ливает. Блин, ребят, я не хочу сейчас делать следующее упражнение. Я хочу отдохнуть, слишком быстрая игра закончилась. А ваше здоровье. Ну, мы уже, я уже сделал 7 упражнений из 19. Блять, ну я как, какой же, блин, ну блин, я просто не думал, что там пятерых будет держать вот реально один человек. Потому что там второй ДДшник даже не участвовал, блять, во всем этом водевиле. Я прегражу им путь. Дороги. Блять, я с ума сошел, где он? Так-то лучше. Почему я найти никого не могу? Ясно. Ой. Мне уже лучше. Конченый. А как оно взрывает сразу? Блять, серьезно, мне не хватило хедшота? Ладно. Мне нужно вернуться в бой.
Блять, не могу его заморозить. У меня коврик кончился, а он все направо и направо и направо. Ай! Ребят, не слишком шумно у меня? Блять, он же сейчас... Хуй! Сука. Очень долго морозится. Куда он ушел? А, он покинул матч. Её, покажи им. Как жить? Мне нужно вернуть. О, нашли. Бля. Хаос. Вот истинный враг человечества. Телепорт включен. Сообщение налажено. 30 секунд до атаки. Турель включена. Порядок из хаоса. Thank you.
Я не туда иду. Почему только одна турель? Backside, guys, backside! Добейте его, пожалуйста! Золото по убийствам. Point. Inside. Ой, что-то он, видимо, даже не понял, что произошло. Еще один. Следующий. Ладно. Но это было слишком примитивно, поэтому я даже не понял, где троили ставить. Ну, тут они точно пригодились, судя по тому, как эти люди шли. Лучший момент матча. Это наш? Да. Этому однозначно помощь ставим. Кто еще хорош был? Ой, я даже не знаю. Надо хватить одного танка, одного ДД, одного хила, если, ну, так, по-хорошему, если все нормально сыграли. Вот как бы, кто точно хорошо сыграл. Блять, даже не медаль по урону. Но я свою работу, мне кажется, сделал. Вот сейчас, вот в последней обороне точки, когда они... Раз идет, умирает. Два идет, умирает. Я такой, хорошо. Какой там урон у троих, у трех лучей? У четырех даже получается. Плюс я еще настреливал. Но эти-то со 100% точностью стреляют. Так. Следующее упражнение. Шея 1, шея 2 и грудь. О! О! Хорошо. Эти упражнения я буду делать быстро. Поэтому... Ну, прям реально быстро очень. А, на улице дождь пошел. Думаю, что так холодно стало. Ветер и 20 градусов. Хотя 20 градусов, конечно, не холодно, но... Ой, блядь! Сука! Thank you.
весь подоконник в воде. Весь. Весь. Так, соответственно. Да, я, пожалуй, прям сюда куда-нибудь положу. Не сверх грязно, не в диване. Оп, оп. Блин, ноут мешает смотреть, ну ладно. Два десочка по 2.5 килограмма. Очки нахуй. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Как-то помню, делал это упражнение, мне прям плохо стало. Бутылка ты проклятая. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. О. И последний. А я сделал 10, 11, а, не важно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11. Все, это все упражнения, где мне нужен диван. А, ну еще там эти будут. Пресс будем качать, но это чуть позднее. Так, блинчики надо всегда убирать на место. Буньк. Поехали дальше. Все, уже 10 из 19. Так, сейчас я тогда лампу включу, потому что очень темно стало в комнате. Отлично. Думаю, достаточно светло для этой камеры.
За кого я еще не играл? Спокойно, помощь пришла. Я не понимаю, урона вообще что ли ноль? А, я застрял. Блять, это какой-то, блять, беспредельно сложный герой. Мне лучше. Как раз вовремя. Блять. Блять, я хоть одного человека убью за этого персонажа? Убил, нихуя себе. На чем мы остановились? Я вернулась. Двойное. Кек? А, 10 из 19 упражнений сегодня уже сделаны. Но неудивительно, что со мной, кстати, никто играть не хочет, потому что я, блядь, занят, блядь, саморазвитием. Но я не могу это делать вне стрима, потому что иначе я это этим просто заниматься не буду, мне лень. А, про ранг, блядь, я не хочу в соло в рейтинг идти. То я до этого не хотел с кем-то идти в рейтинг, теперь я в соло не хочу идти. Мне просто, блять, ну, не знаю, неприятно. Да, вот примерно туда. Блять, я спиной к нему. Он спиной ко мне стоял 10 секунд. Куда ловить? Интересно, он про кого? Хотя бы по стоячим надо пострелять чуть-чуть.
шли вперед. Нет ощущения дежавю. Ладно, другую трассер я не буду трогать. Блять, 5 минут 47 секунд под билетиком, блять. Ебучий билетик. Я вернулась. Не, ну может быть в более позиционной игре как-то попроще будет. С этим героем, потому что тут все бегают. Неужели все резко нашли игру? Вы прибываете в Айхенвальд. Приготовьтесь. Чего там с низким рангом? Ребят, а давайте! Хули нам, пацанам. Shut down your micro, please. Я, правда, не знаю, как переводится шатдаун. Я знаю, шатап, заткнись, а шатдаун это вроде, блять, как будет выключить? Я... А, там кто-нибудь толкает груз, алло! Блять, я может просто, я не знаю, я где-то, может быть, в вакууме где-то существую, но я просто не могу толкать груз, я просто не имею права этим заниматься, этой ерундой. Нет, это не ерунда, просто я, блять, у меня немножко другая позиция. Thank you.
Есть здесь где-нибудь хил? Да, блять. Я, пожалуй, ретируюсь отсюда. Так, уже серебро по урону, а, хорошо. Сколько я ему урона нанес этой штукой? Ага. Если это, блядь, вообще никак не, не повлияло на тактическую ситуацию, то, что он меня сейчас два танка убивал, то я, блядь, не знаю. Извините тогда. Ребят, я одного танка держу, сделайте что-нибудь. Двух! Блять, пиздец. Ну ладно, у нас еще 4 минуты это толкать, но я, блять, просто... Чё-то, не, на самом деле, вот реально, вот именно когда команда играет, и враги отвлекаются на кого-то, то это намного приятнее. Ай, блять. Я, кстати, ни разу даже не свалился. И она возвращается на поле. Бля, здесь вообще что ли никак не пройти здесь? Он, блядь, вообще что ли это не почувствовал? Это моя ульта! Блять, ну ребят, ну я не могу, сорян. Я не знаю, у кого там золото по урону. Я, у меня огромная благодарность этому человеку, что он работает. Но если это танк, то у нас проблемы.
Thank you. Ладно. Он в одну точку даже целился, он даже примерно понимал, куда... Не, ну это все, это я, блядь, игру сейчас проиграл. Ну прям, знаете, еще не хватает? Урона мне не хватает прям. Блять, слава нахуй богу! Ну сколько можно ковырять одного пуджа? Да, у него самое большое количество хп. Голова, 600. Я вернулась. Осталось 30 секунд. Время на исходе. Я не могу сказать, что я прям мало урона нанес, 8000, это, ну, за 3 раунда, в принципе, мало. Надо хотя бы 15 выдавать. Кто держит? Никто, хуй в пальто. Ну, для быстрой игры не так ужасно, как могло быть. Это причем в самом начале наш товарищ поработал. Это вот я только-только подошел туда. Но я похвалю у Дивы, который атакующий танк, строго атакующий. Золото по выполнению задач. То есть Дива стояла на точке и толкала его вместо персонажей, которые реально могут именно более позиционные. Вы серьезно? Ну ладно. Хотя, понимаете, единственный, кто здесь выглядит как дебил, это я. Почему? Потому что, блять, мы в быстрой игре. Что... Неважно, что здесь происходит. Я просто привык вайнить. Так, следующие 3 упражнения. Осталось еще 3 партии по 3. О, как интересно. Как интересно, у меня распределены остатки упражнений. Так. Так. У меня причем какие-то вообще бессмысленные сцены. Сейчас я их поудаляю нахрен. А, ну вот эту только оставлю. Вот это вообще какой-то бред. Во. Боже. Так, что у меня тут? Средняя спина, икры... Ага. Да, очень странное упражнение. Блин, мне на самом деле даже понравилось. Я что-то вот когда вот в схватке был, что-то какая-то хуета. А вот тут вот прям... Вот, то есть единственное, что мне реально не понравилось на трейсере, я, конечно, понимаю, что я не профессионал, но... Блять, реально секунд где-то 10 ковырять пуджа, это когда он даже на меня не смотрит, когда я, блядь, пытаюсь ему в голову цепить, это вообще какой-то прям, ну, никакущий урон. То есть, я подошло до того, что мне пришлось с него ульту кидать, чтобы хоть что-то ему сделать, чтобы убить его, когда у него 250 еще хп осталось, это чуть меньше половины. Даже там 253 или что-то такое, у меня такое ощущение, что мои вот эти вот
пуки в него вообще урона не наносят. Так. Закрывать прям не буду. Я ее потом открывать. Блин, я еще полчин засрал. Какой-то. Ребят, честно, я не знаю, как правильно делать это упражнение, но как-то, короче, вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Так. Не очень хочется поворачиваться к вам жопой, поэтому я буду делать его вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Так, это на спину. Что там еще было? Блять, я забыл, какие там следующие упражнения. А, все, вспомнил. Стояние на икрах. Надо отойти вот так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так, и эти. Трапеция. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Нормально. Сука, куда ты закрываешься? Ну, поехали дальше. Тренироваться. Я, правда, что еще подумал? Вот есть для меня вот реально бесполезные персонажи, которыми вот... То есть трейсер, я сейчас примерно понимал, что мне делать. Мне просто вот урона не хватает, я не знаю. Стрельбы в голову меткой. Вот персонаж, который я вообще не понимаю, как мне за него играть, это Макри. Которого еще и понерфили, просто вот не понимаю. Блять, ну конечно стрельба у него просто пиздец, лучше бы у него дробовичок был. Бля, он чем там стреляет, блять, калом своим что ли? Перегретым. Кстати, у турели 250 хп, это... полную!
Я, блядь, знаете, я просто буду эту чинить. Я с Аронос не понимаю, как с ним стрелять. Ладно. Ах, не успел собрать. Есть еще над чем поработать. Не, схватка мне что-то само по себе не нравится. Тут, блин, все используют каких-то самых шизоебных персонажей. А, надо еще, блядь, эту кнопку жать. Я просто думал, типа, нажал кушку, и он сам ее как бы срет. Эту штуку. Блять, я понял, чем он срет. Он, блять, расплавленный. У него откуда-то запасы расплавленной этой жижи есть. Я не понимаю, откуда. Давайте. Что это за... А, это гвозди! Блять, какие... Нет, это эти, заклепки. О! 4 зоита. Но я, правда, плохо пока еще понимаю, куда здесь турель ставить. Линия усилена.
никогда. Не стой столбом! Он что, 20 лет может в этой ульте что ли стоять? Я успел зайти, выйти. Нормально. Нормально, чё, он под Ешкой прям ебёт, прям... Чё-то я, блин, не думал, что там увеличение урона, я не знаю, раз в три, наверное, больше. 350 хп, танк. Я сдох, все.
Но я нормально ульту не могу кинуть за этого персонажа. Я не хочу третий раунд играть. Мне понравилось. Ой, блять, это там, где я сначала зашел, потом вылез, на какой-то хуй умер, и он еще, блять, после этого продолжил. Блять, ну пиздец, конечно, охуенный момент матча. Я сам себе лайк поставлю. А, ну у них один человек работал. Не, чё, не, ну, Цикало хорош. Так, следующее упражнение. Что у нас там? Блин, монитор просто пипец, он реально, он... Я не знаю, то ли это видяха уже все, то ли... Ну, видяха в идеальном состоянии, я не понимаю, порты то ли уже, я не знаю, в говне каком-то. То ли монитор говно, но просто он расворачивается, разворачивается, просто... Я в ОБСе иногда, мне приходится секунд 5 играть, пока это говно не развернется. Так, что у нас? Сука, не трещи в меня. Так, о! Очень хорошее упражнение. Так. Надо отойти подальше. Ой, нет, лучше я его так возьму. Раз. Два. Три. Это вообще гири надо делать. Четыре. Пять.
6, 7, 8, 9, 10, 11. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Так. А, да, пресс. Берем бринтики. В общем, как обычно. О, еще даже 10 нету. Хорошо. Что-то я лег, мне уже тяжело. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. 11. Готово. Блять. Секунду. Продолжаем. Нет, Торбьорн мне прям реально понравился, но врагов не было. Врагов, понимаете, не было. Попробуй еще поиграть. Кого вот я реально почти не брал? Вот за это вообще не хочу. Вот вообще нет никакого желания. Возвращайся в боевой режим.
Быстро! Хорошо. А, хуй. Что реально заехал попробовать поиграть, но я что-то боюсь у нее, за нее играть серьезно. Почему у меня ноль? Я ни разу даже не упал. Не знаю, что он пытался сделать, но меня отравили. Как можно отравить робота, ребят? Скажите, пожалуйста. Опа! Да не жми ты, это выжигание. Просто так. Вот так. Режим полета активирован. Я продолжаю его сжать. Ну ладно. Надо попробовать за нее сейчас погамать. Вы прибываете в Оазис. Давайте. Приготовьтесь к бою. Выберите. Я смогу. Героя. Мне нравится, как у нее лицо отдельно включается. Пока не будем взлетать. 2-1. Первый раунд. Захватите объект. Взлетаем. Меняю.
Операция завершена. Возвращаюсь в боевой режим. Режим полета активирован. Слетаю. Адаптивный контур включен. Сигма. Блять, я вот как ульту юзать у этого персонажа, я вообще не знаю. Ну, точнее, знаю, но, блять, момент, конечно, хуёвый. Надо было, блять, щит ставить. Ну, это самый сложный герой в игре, в теории даже. Как бы, механика-то сама простая, вот, блять, когда... Может, как-то хитро выебано туда выйти. Блять. Пиздец. Танка-разрушитель у меня, блять, и я вот так вот играю на нем. Один. Бронза по урону, заебись. Блять, ну сорян, ребят, не могу. Не получается. Чё-то прям, блять, руки дрожат очень сильно. Сорян просто, если это максимум, что наша команда может сделать. Три, два, один. Ну, я решил немножко подолбить, пока там народ играет. Идет, так сказать. О, господи.
Ощущение, что эта игра длилась просто в вечность сейчас. Серебро по урону. Я не буду тактику менять, надо что-то делать. Интересно здесь. Режим полета активирован. О. Как здесь круто. 5, 4, 3, 2, 1. А, ребят, они там потерялись, что ли? Не то делаю. Нельзя Ешку просто так юзать. Режим полета активирован. У нас народ там просто мрет. Так, хорошо. Так и надо. Следующий, то же самое. 6, 5, 3, 2, 1. Немножко говна просто насыпать им сюда, пока народ подходит наш. 3, 2, 1. Хобот у меня убил. Очень плохо. Очень все плохо. Меняю угол атаки. Дополнительное время. Поражение. Я не знаю, кто виноват, но я хотя бы золото по урону получил, но это, но там очень много. Мало, 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 очень мало. А, кстати, у нашего лучший момент. Ну, вот, да, единственный человек, который точку держал. Ну, делаем последнее упражнение и еще, пожалуй, игру сыграем, только я не хочу за этого персонажа сыграть. Что-то мне прям вот трейсер, например, зашла, хотя мы вроде как проиграли. Там, солдат мне нравится, жнец нравится, бастион. Трейсер оказался не такой сложный, как я думал. То есть, ну, по сути, везде, где надо именно шмалять. А тут, я не знаю, как-то вот нужно персонажем как ебанутый играть. Еще плюс это. Уметь играть за всех, то есть, ну, блин, я не знаю. Трейсер как бы это... Господи, что там? Так, ладно, последнее упражнение делаем. Причем их можно делать чуть ли не сидя, за исключением последних приседаний.
Блин, я уже потный пипец. Так. Предплечье. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Что-то руки устали вот даже вот просто вот так делать. Раз. Твою мать. Скользит, сука, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Одиннадцать. Так, ладно. Надо, и надо сразу руки мыть. Они просто, я не знаю, они просто в масле в каком-то. Я не могу это отмыть нормально. Да, это масло. Я просто думал, что может жижа какая-то, но нет. Так, и... Ладно, давайте прямо сейчас сделаем последнее упражнение. А потом помою руки от греха. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Не, руки точно надо прямо сейчас помыть. Ладно. Это... Хотя нет, да. Да, да, сразу помою руки. И сейчас к вам... Так, я снова с вами сейчас только попью. Так, на сегодня получается все. Максимум буду 30 подходов делать. Надо все мышцы довести до 20 кило. Точнее, до 10 кило на руку получается. Меня похвалили за инициативность, серьезно. Блин, может кредитов просто пофармить? Ладно, не, я надо тренироваться ДДшников делать. Играть за них.
Давайте вот играть за тех, кого мне понравилось. За солдата я, в принципе, уже играл. Нет, надо хотя бы по одной игре сыграть за каждого ДДшника. Даже за того, который мне не нравится. Хотя бы просто вот понять, как у персонажа скиллы работают. Можно отказаться от своего тела, но от чести никогда. Я готов. Блять, миллиард Гензи. Битва продолжается. Два дебила. Блять, ешка. Снова в бой. Отведайте клинка демона. Пёздочки, кстати, очень много урона наносят, я тут обратил внимание. Прям так хорошо. Бодрый очень урон. А, ну да. Он меня, по сути, контрит, потому что я не могу отбивать взрывы. Блять, какая смешная у него сейчас поза была. Ну еще рот так открыл. О! Вы прибываете на пост наблюдения, Гибрал. Готовьтесь атаковать. Господи, прости. Символично со мной играет человек с ником Ниндзя. Надеюсь, это не тот самый Ниндзя. Угу, в атаке, ладно.
Можно отказаться от своего тела, но от чести никогда. А, то есть таймер, даже таймер не показывает по звуку. Надо ориентироваться. А это сколько секунд? Две? Я готов. Две с половиной, не понимаю. Где-то так. Скорее всего, где-то две. Ну, где-то две. Дети, не балуйте. Ребята, у меня немножко своя тактика, что здесь, если вы понимаете. Ач, блять, ладно. Четыре, три, два, один. Так, ладно, ну, я создал спейс, я думаю, достаточно. Да он так стреляет еще, что... 4, 3, 2, 1. Нормально, нормально, похуй. О, это наш работает. Блять, ешка, жми, дегенерат ебучий. Бронза, блять, по урону, на гензи, блять. Ладно, на гензи это... Я не помню, когда за золотые гензи... Когда за последний раз я золотые гензи видел. Два, один... Повелитель пёздочек. Возвращай в бой. 7, 6, 5, 4. Я бегу, пацаны, я бегу. Толкайте, блядь! Пиздец.
Пиздец, Гензи, толкатель грузов Гензи. Ёпта. Блять, я Ешку вообще не умею включать. Вот это поможет. Снова. Да попади ты в нее! Нормально так, вот сейчас я нормально отыграл. Блять. Я не контра фари, конечно, только если прям идеально звездочки кидать. Но так можно контрить все что угодно, если идеально звездочки кидать. А, то есть он вообще не чувствовал урона моего. Да, почему ты не взбираешь-то? Блять, у меня нет вообще никаких медалей по урону. Блять, да ёб твою. Обоих хилов снял. Я всех там задамажил, пожалуйста. Надо было просто, блядь, нажать Ешку. Ебаную. Три, два, один. Бегу, бегу, ребят, бегу. Thank you.
двойное. Восстановите силы. Осталось 83%, ребят. Извините. Все, просто заканчиваем. Победа. Лучший момент матча. Попробуй-ка занервить. Я буду хила хвалить. Ребят, вы не против, я еще хочу игру сыграть одну. Кто там следующий по списку, за кого я ни одну игру не отыграл? Покинуть матч. Ладно, плевать, тут уже ничего нет. Да, вот этот вот хрен. Ага. Хорошо. Как-то так. То, что меня не убивает, делает меня живнее. Хера себе у капкана урон. Я так и планировал. Иди, сейчас звонит. Я, пожалуй, спрячусь. Хуя! Вот так.
Да, это походу вечно. Кто сейчас такой звук страшный издал? Ой! Ужас-то какой! Сколько, блин, минут прошло? 10? Да, я возьму его на атаку. Что за... Я не понимаю, зачем всем желать удачи. Так, я не уязвим к своим взрывам. Хорошо. Итак, все готовы. Скоро у меня будет много работы. Это бомба для тебя. Давай возвращайся. 5, 4, 3, 2, 1. Атака началась. Тебе понравится. Thank you. Ну, это рафтирен.
Что это за музыка? На колени, передо мной! Береги! Нельзя спать! Бля! Серебро по урону, ёп. А, у них такой же. Перепрыгну, не перепрыгну я здесь. Имхо перепрыгну. Бронз по урону. То, что меня не убивает, делает меня слепнее. Береги, сейчас звоню. Они вообще в курсе, что я тут? О, золото по урону сразу. Но то, что, блядь, два раза законтрили мою ульту, это мне что-то совсем не нравится. Следующий. Где-то тут должна быть хилка. Блять, где только, непонятно. Блять, ну ребят, ну опять я играю. Четыре золота. Ну ладно. Я еще хочу поиграть. Я что-то прям к кнопкам даже придрочился, не знаю как. Лучший
момент матча. Блять, это еще и... Я сам себе, блядь, лайк поставлю. Лучший момент матча, блядь, еще плюс... плюс 4 золота. Ну, 8 тысяч урона, я не понял. Это типа за роль, типа за... блять, еще я хочу. Не, что-то прям красавчик, прям при этом. Просто, знаешь, вот стреляет. Не, вот за это я точно не буду. Все, вообще не мой герой, просто не мой. Вот это тоже не мой герой. Это мне просто нельзя давать. Это. Блять, ну можно. Кто еще? Это играл. Во! Блять, это тоже не хочу. То есть, не мои герои. Раз. Два. 3-4, вот за которых он вообще никак. Остальные еще более-менее. Я буду защищать невинных. Мне пора. Зачищаю территорию. Не ошибусь. Как меня эта ракетница бесила, блять, в этом в... Как я... Сука! Откуда там взялось это говно? Я убью хоть кого-нибудь просто или нет? Кроме Труэлей. Ноль! Я нужна своей команде. Эффективность игры. Ноль! Он. У меня есть еще какая-нибудь дамажащая хуета, потому что мне что-то... Я что-то вообще своими ракетами не дамажу, как будто бы. И снова в бой. Ай. Господи, я кого-то убил. Я больше не ошибусь. Мне кажется, что хочешь сказать, я больше не няша. Хотя, ну ладно, давайте, может, вся проблема в том, что как бы все берут слишком быстрых папуасов. Нужно хотя бы все решит один бивень возмездия. Или пивень, как он там правильно.
Последняя игра на сегодня, потом в этот играем в Котор. Я буду защищать невинных. Сейчас я только один момент уточню. Экстерминировать. Экстерминировать. Ариса, ты просто чудо! Спроси Ифи, она не поможет мне как-нибудь со шлемом. Уверена, она с радостью согласится. Че ему за шлем, интересно, нужен? Детерминировать. Блять, мне придется его контрить. Как бы он меня контрит, и я его контрю. Так, 3, 2, 1. Да какого хрена? Тут одни дохлячки. А, золото по урону? Ну, ладно. Что-то, блин, я, короче, слишком сильный для квикгейма. Знаешь, что нет какого-то более сильного квикгейма? Просто, понимаете, не хочется всирать свой рейтинг, хочется именно подурачиться, но что-то вот, блин... Там хочется подурачиться, когда люди тоже хотят, ну, в хорошем смысле подурачиться там. Чел, а я здесь. Все имеет цель. Господи. Меня кто-нибудь похилит? Спасибо. Кстати, это очень хорошая контра. Герой не умирает. Я больше не ошибусь. Я реально слышу слово «няша». Так. Я верю в вас, ребята, я иду, блядь! Один. Аллах, пожалуйста. Бля, ну пиздец. Он шифтует, чтобы убить меня. По дуге летит. А, это даже... Не-не-не-не-не, человек на море. Вверх ты летать этой херней не можешь. Проверено. Блять. Пиздец, ясно, понятно.
И там еще Бастила, блядь, стреляет. Но только если сбоку его облетать, хуярить. Что делать? Мы как бы время потянули, но это, конечно... Мне что-то кажется, вот, в такой обстановке это все немножко мертвые рыдания. Где он? Бляха-муха! Чё ж я без этого туда пошел, а? А Боб по нему не стреляет, да? Вроде нормально долбят ракеты, а вроде я дебил. Господи, Аллах, помоги. Ладно. Я не буду менять тактику. 5700, конечно, плохо, надо, реально, в районе десятки вышибать за раунд. Плюс, как бы, и Бастион меня контрит, и я его контрю, но надо, блять, хотя бы с полным, сука, магазином к нему прилетать, потому что я перезаряжаться начал. Когда выстрелил в него два патрона, он такой, ой, давайте я похилюсь, пока в меня не стреляют, и... Ну, вы понимаете. А, ладно. 5, 4, 3, 2. Идеально. Господи. Идет. Бастила. Опа. Четыре, три, два, один. Ты типа меня контришь или шо? Хуй. А. Куда? Что это сейчас было на моей текстуре? Ясно. И снова в бой. И тем не менее, уже что-то. Отчет
свидания. Так. Хорошо, хорошо, мне 93%. Подбережем топливо. Похуй. Герои не умирают. Счет. 1-1. Сука, держим планку, ребят, держим. О, началось, началось. Где он там? А, вот он. У меня проблемы. Ага, вот что он хочет. Минус ульта сразу ее. Еще минус. До свидания. Правда, лучшего момента матча, лучший момент матча все равно не мой, потому что я ни одного бивня, блять, не сделал нормального. Блять, просто опасный, опасный парень. О, блять, я сам себе лайк поставил. Я нанес чуть больше урона, чем отхилила мерка. Кто второй, интересно, по дамагу был? Блин, мне так жарко из-за этой свечки, надо ее уже убрать отсюда. Так, все, стоп, остановились. Давайте откроем контейнер.
свечу. Все, поставлю. Господи, что это? Вот если бы у него была бутылка в руках, я бы понял. Идем в Котор. Так, ребят, все, короче, кто заходил на Overwatch, вам огромное спасибо, что смотрели. Я думаю, уже в следующий раз я пойду в рейтинг, потому что я наигрался за ДДшников, но мне понравилось. Вот прям. Сначала я думал, что ДДшники это что-то прям фу, а потом прям вот, ну, как бы... Когда золото по урону, тогда все нормально. И когда команда что-то делает, вот как сейчас, второй, третий раунд, как бы... Бастион что-то... Ну, короче, не было, вот на первой карте прям был спейс для Бастиона, на второй карте он и на третьей он хуй сосет, потому что, ну, там спейса нету, то есть он как бы вылезет и все, и как бы уже там 10 человек его атакуют. Смысл Ешки я вообще не понял у нее, то есть, ну да, я могу столкнуть, но, блин, если бы она хотя бы 25 урона наносила, ну это что-то просто бред. Ну, окей, растолкала там народ, и... Это как бы, понимаете, это даже не хорошо и не плохо. Ты как бы раз... То есть там стоит толпа, ты в нее там... В нее кто-нибудь стреляет, ты ешку в эту толпу кидаешь, блядь, толпа во все стороны, и уже все, как бы. Минус урон у команды. Все, давайте я Котор включаю где-то минут через... 5. Удачи.